дракон и принцесса. В темном замке один по науке жил дракон. Вечерами от скуки так для себя он на скрипке, боже мой, играл, как он играл на скрипке, из кантаты финал. Это была такая кантата, извлекая тягучие звуки. Там принцесса летала однажды, пролетая, сказала: не каждый так сыграет финал, как он дивно играл Аллегретто, Антанте, Адажио. И она поднялась по ступенькам на дракона взглянуть хорошенько и сказала ему: что за вид, не пойму, но хоть шляпу на уши надень-ка, милый. Их соседи потом помирили и плясали на свадьбе кадрили. Он на скрипке играл из кантаты финал, гости вазы хрустальные пили. И сказал тут дракон: дорогая, не могу я огонь изрыгай, в замке жить как дракон. А кто ты есть? Что за клуб? Закон. Действительно. Мне приятнее дорога иная. Какая? Ты позволь мне готовить к обеду. Это интересно. Пироги в воскресенье. И в среду очень пироги люблю. Только чтоб крокодил в гости не приходил, когда я в другой город уеду. Ну что ты, дорогой, какой крокодил? Пусть тебя не тревожит забота. Если нагло, грубя, он обидит тебя, ай-яй-яй, я скажу ему: вон. Да. И он уйдет. Конечно, дорогой, уйдет.